Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Итак, в прошлой публикации Путин, похоже, становится не нужен. Мы рассмотрели главную особенность его личности. Она в том, что Путин страдает необратимо зашедшим комплексом неполноценности. Напоминаю, впервые я рассмотрел этот вопрос еще в 2019 году. В ролике «Страдает ли Путин комплексом неполноценности?», который у меня на YouTube по меркам моего канала стал очень популярным, набрав более 31 тысячи просмотров. Также я показал в этом ролике, что комплекс у Путина проявляется, так сказать, от противного. Ролик будет на конечной заставке. Он изо всех сил старается убедить всех, и прежде всего самого себя, что он не только не неполноценен, а напротив, он гораздо лучше других. И всячески подчеркнуть эту свою, как она сегодня называется, крутизну. Отсюда его полеты на истребителях, дельтапланах, плавание на подводных лодках, погружение в батискафах и так далее. Это понятно только одно из проявлений данного комплекса. И оно самое безобидное. Единственное, в чем оно выражается, так это в том, что над этим все вернее и вернее начинают смеяться многие люди. Как в нашей стране, так и во всем мире. Куда серьезнее то, что он ради этой своей крутизны рассорил нашу страну со всем миром, подставил ее под все нарастающие санкции и поставил на грань войны с Украиной, которая способна обвернуться даже Третьей мировой войной. Но есть еще одно проявление данного комплекса, и на мой взгляд оно тоже очень важно. Именно поэтому я и вынес его в название данной публикации. Дело в том, что видно невооруженным глазом, что Путин, в силу этого комплекса, очень хочет, так сказать, чтобы народ любил только его одного. И это желание у него очень сильное. Можно сказать даже так. Это желание сильнее самого Путина. Также нужно признать, что до недавнего времени ему удавалось удовлетворять это желание и удовлетворять в полной мере. Напоминаю, еще совсем недавно у него был запредельный рейтинг, и многие люди искренне не знали, что ответить на риторический вопрос номенклатуры. Кто, если не Путин? И да, это было очень нужно номенклатуре, и ради этого она шла на всю, ради укрепления его рейтинга. И учитывая тот факт, что номенклатуре удалось восстановить монополию на крупные СМИ, это было не особенно сложно. Как сейчас говорят, в телевизор просто никого больше не пускали, кроме Путина и его халуев. И все было хорошо, пока не развился интернет. И не стал реальным конкурентом телевидения. И тут вдруг выяснилось, что ответ на вопрос «Кто, если не Путин?» есть. И более того, таких ответов довольно много. Примеры можно приводить долго. Приведу только Николая Платошкина, Николая Бондаренко, ну и, конечно, Алексея Навального. На первое место, как известно, во всех рейтингах вырвался Алексей Навальный. И, на мой взгляд, невооруженным глазом видно, каким же страшным морально-психологическим ударом это стало для Путина. Он оказался совершенно не готов к тому, что кто-то, оказывается, способен стать популярнее меня любимого. Нужно также сказать, что Навального номенклатура проспала. Точно так же, как она проспала и интернет. Дело в том, что у Путина, в силу его комплекса неполноценности, запредельная ревность проявляет себя не только к оппозиционным политикам, но и к номенклатурным политикам тоже. И особенно ярко она проявила себя в отношении Сергея Собянина в 2013 году. В ходе выборов мэра Москвы, на которых Собянин, безусловно, был фаворитом. Мнение, что Навального допустили до этих выборов только потому, что нужно было сбить несколько популярность Собянина, не ново. Равно как не раз высказывалась мысль, что Путину очень не нравилось, что популярность Собянина так сильно растет. И я верю этому мнению. Верю потому, что при наличии настолько далеко зашедшего комплекса неполноценности иначе просто и быть не может. Ну а дальше была история с условным приговором Николаю Платошкину. Я очень даже допускаю, что Платошкин тоже номенклатурный проект. И уже не раз объяснял почему. Не буду повторяться. Скажу только, что исходя из декларируемых им политических положений, если он придет к власти, политическая система у нас в стране не изменится. В этом случае у нас политаризм просто опять прикроется красными знаменами, как в Советском Союзе. А номенклатура как сидела на шее у народа, так и продолжит сидеть. Но также хорошо видно, что Путину очень не нравится все растущая популярность Платошкина.
И именно это и породило, думаю, условный приговор ему. Ну а с нынешней ситуацией в отношении Алексея Навального, думаю, и так все понятно. То, что номенклатура устроила вокруг Навального, уже очевидно дало обратный эффект. И его рейтинг уже реально обогнал рейтинг Путина. Самое же главное, рейтинг Путина стремительно падает, а рейтинг Навального стремительно растет. Напоминаю, этот вопрос мы уже рассмотрели в публикации «Соболь о вручении Навальному премии Сахарова». Там я выделил, что она подчеркнула, что не так давно директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал интервью аргументам и фактам. И в нем он заявил, что Навального уже все забыли, и его никто не поддерживает, он давно уже никому не нужен. Самое же главное в этом заявлении Нарышкина, что на Западе, дескать, решили принести Навального в сакральную жертву. И ему уже ищут замену. Вот как он об этом сказал. На днях директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал интервью, рассказал аргументам и фактам о том, что вот якобы Навального все забыли, его никто не поддерживает, он никому не нужен. Мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран, состоялось совещание с участием и в том числе и специальных служб, и так называемых фондов, неправительственных организаций, различных правительственных структур, где серьезно очень обсуждался вопрос, а как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло. Да? И на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны такие сакральные жертвы. Ну и понятно, Любовь Соболь на это ответила. Она сказала, что подобные заявления просто смешны. Поскольку по своей популярности Навальный, по всем признакам, она сказала каким, уже давно опережает не только Нарышкина, но и Путина. Вот как она сказала об этом. И когда мне говорит Сергей Нарышкин, что Навальный никому не интересен, это достаточно смешно, потому что если зайдешь в интернет и наберешь просто, да, Нарышкин, интервью, аргументы и факты или какие-то другие там словосочетания, то первым же тебе выпадают результаты поиска, где даются СМИ, где Сергей Нарышкин о Навальном, Сергей Нарышкин Навальный, Сергей Нарышкин там и так далее, все привязки к Навальному. Такое ощущение, что не ощущение, это действительно правда. Это Сергей Нарышкин никому не интересен. И вот он делает, ну, по сути, вот как говорится, в ваших интернетах, там, да, в наших интернетах, кликбейт на фамилии Навальный. Вот если не упомянет он Навального, то, наверное, это бы интервью просто бы никто не прочитал и никто не заметил. Но его заметили, потому что он как раз там упомянул вот эту фамилию, которая интересна читателям аргументов и фактов, интересно россиянам. И поэтому все СМИ перепечатывают, что же сказал Сергей Нарышкин именно о Навальном. Поэтому достаточно забавное это утверждение, потому что если посмотреть на запросы в Гугле прошлого года, что смотрели, что искали, чем интересовались россияне, то первого на первом месте идет Алексей Навальный. Не Сергей Нарышкин там идет, и даже не Владимир Путин, а Алексей Навальный. Да, вот опережает даже Максим, который очень много обсуждали в связи с таким тяжелым течением коронавирусной болезни. О чем это говорит? Сегодня искать замену нужно уже не Навальному, а ее нужно искать Путину. И понятно, что ее нужно искать не Западу, а нашей номенклатуре. Что у Навального, что у других популярных оппозиционеров, номенклатура еще способна выиграть выборы. И выиграть их без приписок, каруселей и голосований на пеньках. Для этого ей нужно только позволить проявить себя популярным кандидатом, точнее, потенциально популярным кандидатом из номенклатурной среды. Тот же Платошкин, например, вполне способен выиграть у Навального выборы, если его вернуть в телевизор. Напоминаю, все крупные СМИ по-прежнему монопольно в руках номенклатуры. Если номенклатура начнет такую работу, то себя достаточно быстро проявят и другие Платошкины. Но допустит ли такое когда-нибудь Путин? Думаю, нет. И уже детально объяснил, почему. Что мы получим на выходе? Пока не ясно. Зато ясно другое. Путин уже начинает не помогать, а мешать номенклатуре. И самое главное, мешать все сильнее. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.